Северно-Речной вокзал. Поедем сейчас, попробуем на теплоходике в сторону от Москвы. Не как все едут в центр на Красную площадь, а мы поедем в сторону от Москвы, по каналу имени Москвы, в сторону Химок. Если, конечно, сейчас билеты будут. Вот так вот у нас выглядит парк перед Северным речным портом. Скульптурные композиции сталинских времен, построение коммунизма в парке Северного речного вокзала. Вокзал, как он есть, со стороны наверх. Северного со стороны улицы Свободы, на той стороне от нас стоит экраноплан, наверное, Орленок наш, этот несчастный, на вечной стоянке. На первом причале должна находиться наш теплоход Анна Каренина, находится вот она, маленькая. Наша Анна Каренина на причале номер один. Штурвал у нас тут есть, вот свой собственный, на втором этаже. Странно, но начинаю со второго этажа взор. Пришли мы вот отсюда. Трапчик такой удобный достаточно. Не очень крутой салончик такой, тентик. Вот я так понимаю, что это барная стоечка есть. Здрасте, тут можно типа прохладительных напитков, наверное, да, или что это еще. Спасибо, воспользуемся. Полка такая узенькая. И с двух сторон тентом прикрыта верхняя палуба. Здесь, наверное, где-то что-то как-то вниз, наверное, будет видно. Собственно говоря, вниз уже обрыв. Пойдем на первый этаж. На первый этаж сзади второй трап. Палуба. Пару лавочек есть. Так уютненько все достаточно. И здесь такой вот ресторанчик. Тоже закрыт стационарной крышей второй палубы. Полом второй палубы. Днем
успели присесть мы наверху, принесли меню нам, вот такое красивое, с девчонкой, с чайками, речку, вот, сейчас мы его будем изучать. Пляжи. Вдоль улицы Свободы. Справа проплывают этнические здания, краны, подручные площадки северного речного порта. Проходим под мостом Ленинградского шоссе. Дорога. А это химкинская стоянка наших друзей. Дорожный Химкинский мост прошли. Стандартный вид канала Москва-Волга, ближний к Москве, в районе Химок. Купаться запрещено. Кстати, левый берег классный, но там, видимо, поселение какое-то. Ну, классное, отсыпано камушком. Такой шикарный для стоянки берег. В воде можно спуститься, рыбу половить. Порт-Артур, вот там. Фонарики у нас такие прикольные включили.
оригинальная форма. Кусочку вот тут принесли, да. С опиончиком. Прибываем в северный речной порт уже ночью. Северный речной порт ночью.